Вновь повторю, Россия дорожит своей деловой репутацией. Мы соблюдаем и впредь будем соблюдать обязательства по всем контрактам, в том числе и по газовым контрактам. Продолжим поставлять газ в установленных объемах, что хочу это подчеркнуть, и в установленных объемах, и по ценам, определенным в действующих долгосрочных контрактах. Подчеркну, эти цены в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке. Что это означает? Если говорить просто, российский газ – это более дешевая энергия, тепло, свет в домах европейцев. Доступная стоимость удобрений для европейских фермеров, а следовательно и продуктов питания в конечном итоге. Наконец, это конкурентоспособность европейских предприятий, а значит и зарплаты европейцев, граждан европейских стран. Однако, судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену. Какой-то популизм. Популизм наизнанку. Людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отопление, отказаться от поездок. И все это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных решений, ради абстрактной североатлантической солидарности. Такие сомнительные подходы и действия в экономической, энергетической, продовольственной политике со стороны западных стран мы наблюдаем уже не первый год.